Уважаемые друзья, находимся мы в центре Тбилиси, на проспекте Давида Агмашенебели, Давида-строителя, на территории бывшей киностудии «Грузия Фильм». И здесь мы обнаружили вот эти уникальные раритеты, автобусы «Кубань». Причем здесь не один автобус, а два. Рядом стоит еще и старый «Зилок», мы к нему тоже обязательно подойдем. Мой друг Михаил, мой тезка, помог нам с этой информацией, раздобыл. И первый прислал материалы, фото и видео, мой тезка Михаил, который тоже собирает масштабные модели автобусов. Практически Кубань найти в Грузии еще сложнее, чем, скажем, ПАС или КАВС. Потому что их было намного меньше в Грузии, и они в основном обслуживали сферу культуры. Возили они ребят, школьников в театр юного зрителя. Были автобусы при музеях и при театрах. И, соответственно, при киностудии. И вот сейчас, когда практически из старого автопарка, парка старых автобусов, ничего не осталось, найти в таком состоянии Кубань, это, естественно, дорогого стоит. Здесь же есть и вторая такая машина. Сейчас мы пойдем к ней, взглянем. Посмотрим на вторую машину. Рядом ЗИЛ. Вообще у киностудии был очень интересный такой автопарк, который... Вот вы видите, здесь у этой машины еще старые номера, у этого автобуса. Это вторая машина «Кубань», старый образец грузинских номеров. Здесь, правда, новый флаг. По-моему, эта машина обслуживала, если я не ошибаюсь, она обслуживала театр в Гурии, но недавно этому театру передали современные автобусы, и эту машину, наверное, отбуксировали сюда. Ну, вот такую машину я бы с большим удовольствием, естественно, поставил бы у себя на даче и сделал бы там студийный павильончик. Здесь рядом ЗИЛ, ЗИЛок тоже. Старый экземпляр, старый образец. И тоже, естественно, для нас раритетный и очень дорогой. Ну вот, сейчас мы заглянем в кабину. Посмотрим, что там происходит. Вот такая там картина. Вот отсюда так смотрится этот автобус «Кубань». И вот они, вот здесь, вот такая вот пара. Кстати, здесь вот такая вот мозаика. Мой друг Пата снимает эту мозаику. Вот такие мы чудаки, полуненормальные, можно сказать. Носимся по стране и снимаем вот эти старые раритеты. Наверное, для многих это будет... такой хит, людям делать больше нечего, но сколько людей, которые вот так вот с большим удовольствием смотрят эти видео, тем более, ну, в Грузии их не так много, этих автобусов осталось, по сравнению, скажем, с другими странами, где этот автобусный парк сам по себе изначально был намного объемнее и богаче, исходя из территории, исходя из нужд. Так что пока он здесь стоит, можно сюда прийти на киностудию «Грузия Фильм» и снять эти удивительные автобусы и старый «Зилок».